Друзья, всем привет! Сегодня 3 июля. Появился сегодня у нас рой около 4 килограмм, поэтому решили колоду заселять. Иначе, если мы это не сделаем, потом она просто целый год простоит. План такой, я одну рамку поставлю сверху с расплодом печатным из этой же отроившейся семьи и одну пустую рамку вырезанную. Сейчас я готовлю линеечки с полосками вощины для того, чтобы пчелы начинали тянуть от этих кусочков свои соты. Полосочки нарезают 2-3 сантиметра. И вот так зажимается. Здесь по два гвоздика. Просто тут можно руками прижал. И все. Рой, когда ловил, посчастливилось поймать матку. Я ее в клеточку посадил, и она в раевне. Пчелы почему-то гудят. Возможно, просто жарко. Возможно, не нравится, что матка в клетке. Но мне сейчас удобно будет рой селить. Мы его сверху сыпем, а потом выпустим маточку. Так, линеечки готовы. Пойдем ставить колоду. Так, ставлю последнюю. Полоски вощины сделал на всю длину, а это не нужно. Ну так подмял, ничего. Так, вот здесь вот рамка, значит, одна. А тут вторая должна стать. А влезет ли она? Мне сейчас придется эти гвоздики убрать, чтобы они не мешали. Рамочку с расплодом поставлю одну, и рой подсилит, и не слетит рой, тоже от расплода не убежит. Так, пошел за рамкой с расплодом. Рамку вот от них взял, шикарный расплод печатный. Ну, маточники убрал парочку, в одном уже матка была, наверное, был 15-дневный. Из-за непогоды рой придерживался, видимо. Возможно, даже не плодки выскочили в рое. Ну, посмотрим. Это 20-го года маточка карника. Ну, расплод шикарный. И, по-моему, это на свежей вощине, на нашей забрусовой. И пчел не стряхиваю, с пчелой посажу. Грубо говоря, это около килограмма пчел здесь подсилит этот рой из этой рамочки. Ну что, будем селить. Так, сейчас перчатки мне будут мешать. Клеточку надо смотреть. Теплая раевня. Сейчас мы достанем клеточку. Вот она. Сейчас проверю, что матка в порядке там. Да, матка в порядке. Не знаю, видно будет. Вот там она бегает. Я ее пока буду держать здесь, с краешку. Начнем. Да, все нормально. Ну, в добрый путь. Надену перчатки сейчас, чтобы, если придавишь, пчелу не жалили. Сейчас у нас прям начинается главный взяток, поэтому они завтра же принесут нектар, но и с собой у них есть. Они сейчас начнут оттягивать сразу соты.
Красота какая! Ляпота! Так, ну по идее надо выпускать матку и накрывать, но сейчас я их так подгребу как-то. Выпускаем матку. У меня еще есть рой, можно подсилить, но я боюсь, там надо как-то просеивать матку искать. Опять же, чтобы не взлетела. Может ее в литок пустить? Нет, залететь может. Сейчас тут поближе к расплоду ее. Клеточку переверну, наверное. Оба, не взлетай, только не взлетай. Зашла, поверьте мне на слово, туда пошла. Сейчас немножко подгребу вот так и закрою холстиком, чтобы не давить. Сейчас они почувствуют, что матка там. Пчелы думают, ну надо же, в такую квартиру нас еще не заселяли. Сейчас те пчелы, которые не попали сверху, они покрутятся вокруг дерева и в литок будут заходить, они матку чувствуют и свой этот новый дом свой не бросят. Уплотнитель, утеплитель, он же... Сейчас только пчелок, чтобы не давить. Теперь уже летите сами в литок, дорогу находите. Немножко сразу садятся, но, может быть, несколько штук придется придавить. Тут немножко пчел, сейчас подержи, я тряхану. Ну вот сегодня уже в литке тут сидят. Завтра я еще стяну ленты крепежные, как при транспортировке было, вот так, вот так. Ну промазывать щели я не буду, тут, по-моему, очень плотно, хорошо все. Новосельем. Новосельем, да. Итак, день второй. Сегодня шикарный облет с двух литков. Вчера вечером я открыл второй. Показалось мне, что жарковато им с одним. И вот вчера заглядывал и в эти. Тоже там вижу пчелок. Но этот не буду открывать все-таки. Интересно, что они, видимо, чувствуют какое-то движение воздуха. И вот даже в нижнем тоже много пчел, даже больше, чем в этом. Ну не знаю, там мне надо снизу открыть люк и посмотреть, что там творится. Зачем они так низко сидят. Все, сейчас открою, посмотрю, какие зачатки гнезда они стали делать. Если получится, засев проверю, и все, и не более того. Будешь привет передавать в камеру? Вверх и назад. Ну что, прям сидят на весь, на всю полость, как говорится. Один раз посмотрим, потому что каждый раз им так сбивать температуру ни к чему. Так, ну достану вот эту рамку, которая была просто пустая. Ох, падают пчелы. Я думал, больше они выстроят за день. Здесь нету засева, здесь тоже нет. Ну, немножко меда сложили и пыльцы. Но когда брал, прям пчелы упали оттуда, почувствовал, что вниз грохнулись. Здесь свободные ячейки, что сверху были, нектар сложили. Матки здесь нет. Так, ты сейчас эту рамку держи.
Там просто вообще такое зрелище поразительное. Они как по дереву. Ой, рой, фу. Где? Вот он. Фу. Не, я про собаку. Тут к нам рой пришел. У нас теперь рой есть. Такой красавчик. Иди сюда. Ты пчел не боишься же у нас? Да не убегай ты. Рой. Ладно. Вот, друзья мои, вот отличный язык. Они ее даже больше, чем на той рамке сделали. То есть процесс здесь пошел. Вот маточка, смотрите. Вот, вот где мой пальчик, смотри, вот маточка. Вот маточка, и, соответственно, тут будет яйца. Возможно, просто еще ее не раскормили. Там просто поразительно, они во всем этом, во всем. Вот сейчас мы сделаем так камеру. Смотрите, они просто там во всем бревне до самого дна по стенкам сидят. Зрелище завораживающее. Капец. В общем, возможно, не начала яйцекладку. Может быть, ей еще нужно подкормиться. Ну и больше я не буду сюда лазить. Не знаю, только буду снизу смотреть. Просто язык еще не дошел до крестовины, поэтому сломать его сейчас очень проще простого. И сразу можем матку повредить. Нет, друг Женя. Не разговаривали, звонил. Пчеловод говорит, что матку надо было сменить сразу, но у меня... Честно говоря, не было сейчас свежих плодных. Сейчас все облетники заряжены маточниками. А так, конечно, по идее, сменить было свежей маткой, чтобы якобы не роилось. Ну, будем надеяться, что они проще смену сделают. Объем большой гнезда. Очень красиво. Мне понравилось. Все, главное, мы проконтролировали ее. Сейчас я тут пчел сгоню, чтобы не придавливать холстиком. За сутки полтора столько уже отстроили. Могли бы, конечно, и побольше, но у них еще есть время впереди. Вот такие вот транспортировочная стяжка. Ну, Александр Мозель, кто делал ее, говорит, лучше стянуть. Я тоже так закрепил с двух сторон. Как говорится, она такая тяжелая, что вряд ли упадет, ну, так надежнее. Вот, не знаю, как... Вот, смотрите, вот пыльцу несет пчелка. То есть работает, поскольку я начинающий борсевик, не знаю... Вижу, что они сидят бездельничают по дереву. Наверное, все-таки жарко. Я еще и литок тоже открою. Кто разбирается, пожалуйста, напишите в комментариях. Может, все четыре открыть, пускай пчелы сами запрополисуют лишние, там решат. Тут тоже пчелки есть. Не знаю, пока давайте три сделаем. Колода работает, матка там. Засеет она сегодня-завтра, обязательно никуда не денется. Теперь все, я не знаю, теперь осенью, как что будем смотреть, там все равно от клеща, наверное, парами обработаю, будем думать. Спасибо всем за внимание, пишите комментарии, всем удачи, будьте здоровы, спасибо, что смотрите, пока.